Я всех приветствую на своем канале Инфам и Тинфам, и с вами Лена. Через пару недель будет вербное воскресенье, когда можно будет кушать рыбу. Мой муж рыбу не ест, но он ест креветки, поэтому для нас это будут креветки. И мне как раз хотелось бы с вами поделиться своим рецептом приготовления креветок. Это будет легкий такой простой рецепт. Креветки я приготовлю с пастой и макаронами, которые я показывала вам в видео. Кто это видео не видел, я ставлю ссылку здесь, где я показывала всевозможные итальянские продукты. И как раз вот эту вот цитрусовую пасту я сегодня буду использовать в своем рецепте. Если у вас ее нет, конечно же, это не беда, берите любые вам. Вас приветствуем на канале Инфам и Тинфам, и с вами две креветки, и мы вас сегодня научим, как нас чистить. Планом сразу скажу, что лучше приготовить полиэтиленовый пакет, где вы все это сложите, и потом сразу выкинуть в мусорку, чтобы вас в доме не воняло. За основание, за туловище выворачиваю голову. Вот. Посередине. Так вот, я начинаю наверх очищать. Так вот. Вот так вот, видите, у меня даже половина туловища отошла, и теперь у хвостика вот так вот выдергиваем. И вот целая креветка. Сразу скажу, что паста готовится у нас на заднем плане. Я думаю, как готовить макароны вы знаете и не нуждаетесь в инструкции. Тем более, что всегда обычно на упаковке пишут, сколько минут их надо готовить. Мы лучше сразу приступим к креветкам. Они готовятся очень быстро, буквально за пару минут, поэтому смотрите по времени, чтобы вас они не пережарились и не остыли, пока будет готова паста. Первым делом мы раскрошили грецкие орехи. Вы можете любые другие орехи взять, если они у вас есть, если нет, то можно и обойтись. И затем туда набор всевозможных пряностей. У нас это был перчик чили, был черный перец. Набор пряностей, которые я делаю обычно сама, там и кардамом, корица и, по-моему, лаванда. Коронный номер. У меня всегда стоит дома такая вот настойка лимонная, которую я делаю сама. Из кожуру лимона настаиваю на водке. Она у меня, по-моему, уже стоит года два, так что точно уж готова. И вот получается некий такой лимонный экстракт. И к пасте как раз с лимоном это будет то, что надо, потому что подчеркивается вот эта вот цитровость самого блюда еще больше. Добавляем еще мускатный орех в блюдо. И как раз у нас макароны готовы. Мы все это туда же забрасываем и перемешиваем. Сами креветки, они нуждаются, ну, смотря, как, конечно, по величине, от 2-3 минут жарки. Ну, мы решили, в общем-то, у нас был праздник, поэтому мы открыли такую вот бутылку просека к этому. Конечно, к рыбе обычно всегда подходит белое вино. Я, к сожалению, не очень люблю белое вино, но вот просека, конечно же, очень вот временами не нравится. Красиво все укладываем на тарелку. Руккола, я считаю, что подходит вообще к любому итальянскому блюду. Это красиво смотрится, это создает такую изюминку блюду, поэтому да, все выкладываем на тарелку вместе с рукколой, делаем какую-нибудь красивую композицию. Ну, в общем-то, наше блюдо готово, как вы видите, занимает просто каких-то 2-3 минуты, и все. Всем желаю приятного аппетита! Мое видео подходит к концу. Я, как обычно, в самом конце оставлю несколько ссылок на свои видео. Надеюсь, что видео вам понравилось, что оно было интересным. Если да, то ставьте пальчики вверх. Кто еще не подписан, обязательно подписывайтесь. И я говорю вам до следующих встреч в новых видео. Всех целую, всем пока!